Суббота, 12.00, аэроклуб Боровая. Спортсменов и гостей встречает милый белый ретвиллер. Самолет его тащить, понятно, никто не собирается. У него здесь своя функция. Этакий любимец публики, помогает расслабиться. Пока доброжелательный пес обнюхивает людей, выпрашивая что-нибудь вкусненькое, парашютисты готовят эквипмент. После приземления парашют у нас, как вы видите, распущен, поэтому его нужно для следующего прыжка опять уложить. Все это закручиваем, складываем, опять натягиваем струпы. Каждый спортсмен это делает с любовью. И в эти моменты, когда он укладывает, он как бы разговаривает с парашютом со своим, общается. Это тоже как бы определенный такой ритуал в наших прыжках. Хрупкая миниатюрная женщина Наталья Никитюк парашютным спортом занимается 30 лет. Как результат, более 10 тысяч прыжков. С десяток дней назад в США она стала чемпионкой мира в точности приземления. В финале белоруска спаривала золото с китаянкой. Конкуренция была настолько высокой, что спортсменкам потребовалось выполнить по 2 дополнительных прыжка. Я даже не выдыхала, я ждала, пока приземлится она. Потом, когда она приземлилась в 1 сантиметр, все стали меня поздравлять, а мне еще казалось, что это не произошло. История прихода в парашютный спорт стандартная. Услышала о наборе в группу, заинтересовалась, прыгнула и осталась в этом виде на всю жизнь. Мало того, уже став матерью, привела сюда своего сына. Я пришел в парашютный спорт, можно сказать, из династии. Моя мама, она здесь присутствует, она стала чемпионкой мира в этом году. В общем-то, страшно не было, потому что мы готовились к прыжкам 3 месяца. Ты 3 месяца осознаешь, что вот ты пойдешь в самолет, будешь к этому готовиться, станешь перед дверью. Я был к этому готов, я особенно не боялся. Единственное, что меня удивило, это ощущение отсутствия опоры. Потому что когда ты тренируешься на тренажере, ты выпрыгиваешь из него и попадаешь на землю, приземляешься. А там ты некоторое время еще падаешь. Результат Антона пока скромнее. У него за плечами 2000 прыжков. Правда, с чемпионата мира он привез 3 медали – серебро и 2 бронзы. Вполне доволен. В общем-то, результаты нашей, по крайней мере, юниорской команды были ожидаемы, потому что у нас традиционно одна из сильнейших школ в Республике Беларусь, по крайней мере, юниорской. К сожалению, с золотыми в этом году не очень задалось, но мы это наверстаем в будущем. Погода в этот день для них идеальная. Не ветрено, светит солнце. Но так бывает далеко не всегда. Работать приходится в различных условиях, часто в дождь. Хотя можно и от него спрятаться, например, в аэротрубе. У нас сейчас тренировок в аэротрубе не проходит, потому что достаточно маленькая финансовая поддержка. Вот. Но если команда будет тренироваться в аэротрубе, то она выйдет совершенно на новый уровень. Юниоры в Беларуси в большом порядке. Это несмотря на то, что в этом виде спорта, как собственно и в любых других неолимпийских, хватает финансовых вопросов. У них все не благодаря, а вопреки. Но никто не ноет, просто продолжают работать. Профессионалам высокого уровня, которые являются вот Наталья Никитюк, Антон Никитюк, там Кузьменко, которые вот завоевали медали, это спортсмены, профессионалы высокого класса. О том, чтобы хоть раз прыгнуть с парашютом на любительском уровне, задумывался практически каждый. К сожалению, место, где удастся получить такой опыт в Беларуси, можно пересчитать по пальцам руки. Кстати, если любителям нужно всего лишь желание и отсутствие противопоказаний, то у профессионалов к отбору более серьезный подход. Пытаемся, хочу обратить внимание, вы из потенциальных спортсменов, потому что как человек подвижен, как он ведет себя. Старались играть в игровые виды, такие как баскетбол, чтобы посмотреть, как он в команде. Но бывает, что люди подвижны на земле, скованные в воздухе. Все они бесстрашные и в то же время открытые люди, без предрассудков и лишних суеверий. Медийности нам не хватает, говорят. Мы только за, да мало кому интересны. Кристина Захарова, Ольга Гуд, Сергей Синюц. Про спорт. Итоги недели. Удачи!